Правительство приняло решение относительно приватизации Одесского припортового завода, написал премьер Владимир Гройсман у себя в Твиттер. Согласно решению, формирование цены ОПЗ должно происходить по принципу аукциона. Кроме того, приватизация должна пройти публично и быть максимально прозрачной. Должно быть известно физлицо, конечный владелец компании-претендента. На конкурс должно выйти не менее двух компаний, одна из которых иностранная. Не допускаются на конкурс компании, которые имеют отношение к стране-агрессору, написал у себя в Facebook пресс-секретарь Кабмина. Ранее начало приватизации не раз откладывалось из-за непринятия парламентом необходимых законов. Бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абрамавичус рассчитывал на продажу Одесского припортового завода в марте 2016 года.